Вот такая тут у нас ванна. В каком-то плане можно даже полежать в ней. Горячий змеевик. Средства гигиены. Мое пальтишко. Кстати, вот коридор, что у меня тут сохнет моя курточка, промокшая под дождем. Тут у нас вообще 4 отделения. Есть куда вещи положить, если у вас вещей сверх дофига. У меня вот раз одна сумка была, ну и еще маленькая сумочка. И здесь у нас, вот я бы такой шкаф себе хотела в новую квартиру. Тут, я так понимаю, это одеяло запасное. Сундук холодно. Вешалки 4 штуки. Учитывая, что номер одноместный, то, в принципе, даже нормально. У нас тут есть губка для обуви, бесцветная. Но у меня немножко другая обувь, и эта губка никаким местом не будет. Пять этих отделений. Вообще хороший такой шкаф. Зеркало, правда, есть только в ванной и в комнате. Ну и комната у нас тут довольно теплая. Вот такой вот обзор. Я тут обжилась.
Там поподробнее к каждому углу подойду еще. Ну и вид, выходя вот из номера. Ну, я считаю, что нормальный такой чистенький номер. Напряг, конечно, что в ванной там только малюсенькое мыло и пакетик такой для шампуньки. Но, с другой стороны, хозяин-барин чисто очень. Там вообще холл такой интересный. Если получится, то я, может быть, зафотографирую вам его. Ну, с розетками вообще розетка есть. В ванной одна. Вот здесь вот тройной, это как вот тройничок такой. Я вытащила, потому что у меня здесь заряжался сначала телефон. Ну, вообще телевизор при желании можно посмотреть. Телефон. Ну, вилочка к лампочке. И вилочка самого холодильника. Кстати, вот такой он. У меня еще там бананы лежат и одинокий бутерброд. Свежестью такой подуло. Даже пощелкал для вас. Тут телевизор. Довольно мистичная полка. И вот так вот еще открывается. Две полочки. Вот еще одно кресло. Тут у меня пакет с пакетами, моя сумка. Кровать, тумбочка. Заряжается как раз. Заряжался фотоаппарат и аккумулятор для телефона. Рядом телефон мой. Вообще там две штуки. Один служит А100 билайновский в роли будильника. Мои единственные сувениры в этот раз. Это в Витославицах, кажется, я покупала. Великий Новгород. И вот мечта идиота. Просто зашли уже, свободное время было, в сувенирный магазин. Это вот в одном месте. Как раз где Юрьевский монастырь, кажется. Вот у меня тут. Вообще я хотела делать обзор номера, но у меня, видимо, будет... все подряд, потому что так, типа путешествие мое. Может быть, отдельно отрежу там как-то обзором номера. Причем ступка 90 рублей всего лишь стоила. Такое счастье. А я давно хотела себе деревянную ступку. В общем, у меня вся эта книжка, по-моему, 126 стоила. Потому что мне все это удовольствие вышло на 216 рублей. Как-то так. Ну и тут нас в номере ждало три полотенца, два одинаковых по длине, видимо, для рук, лица, головы. И вот тут чуть побольше такое вот, по такой ширине для тушки. Тут у нас две, кстати, лампы настольных, одинаковых. Насчет работоспособности я пока не проверяла, но тут такая вот интересная. Сберегательная, наверное, лампочка. Ну и снова вот у нас тут вполне себе вместительные два ящика. Вот тут зеркало. Кстати, коробочка с едой. Это у нас завтра завтрак будет. Как бы выносом таким, паёк сухой, что уезжаем в ранищу. Тут салфеточки, яйцо вкрутую, видимо, двойной бутерброд. Я тут вижу, тут, по-моему, ветчина или колбаска, или сыр, что-то такое. Булочка, сок добрый, йогурт, ой, даже ложечка. Такой вот практически бенто. Ну и вот тут у меня стул, на котором сейчас платье лежит. Надеюсь, я его завтра одену. Вообще обещают в Пскове плюс 25 где-то так. Ну и да, тут это приложение было
Да, это, кстати, яйцо осталось от завтрака. Моя соседка по автобусу решила, что завтрак был шведский стол, что мне необходимо тоже яичко, но, в общем, яичко в результате не ушло. А это просто чисто так, это в разных местах хлеб мы брали на завтрак и на обед, ну, для сравнения, интереса ради, так. Типа сувениры, можете поржать там. Ну и чашка была вообще перевернута, большая такая чашка. Ну, это уже я с собой тут плотик брала, и на каждом этаже есть кулер с горячей холодной водой. Вот такой вот номер. Это я тут даже в кадре. Привет, люди. Году будет поставлены стены, этих крестов еще нет. Но как только появятся башни, это конец 14 века, начало 15, и когда стены утолщаются, потому что артиллерию начинают применять, вот тогда... Смотрите, как странно их раскачивают. С помощью вот этих, видите, деревяшки, да, качаются. Раскачивают не язык колокола, а вот эти деревяшки к самому колоколу. У нас же было раскачивать. Вот этот звук колокола работает только на нас. Потому что только нас пустили, не сохраняют. Эти удивительные древние города. Район, который является... номер
Пскове. Мне кажется, он уютнее. Но это чисто мое мнение. Хоть и поменьше. Такая вот красотень. Тут мой зонтик. Мы в Печорах попали под дождик. Немножко. Ну, тут обычный стул, на нем сейчас моя пальтишка. Тут у нас есть холодильник, телевизор. Ну, телевизор я отключила, мне он как-то не нужен. И, кстати, здесь у нас телевизор плоский, в отличие от Пскова. Это Новгорода, точнее. Это тут, можно сказать, мои сувениры за сегодня. Это я купила сегодня в Пскове, перед тем, как нас в монастырь повели. И Кремль. Обе книжечки. Это уже в Изборске. Битень. Как мне сказали, можно развести с водичкой чайную ложку, а можно добавить чай. Это рыбка. В упор не помню название. На С что-то такое. Как нам сказали, бывает новгородская. Вот это новгородская, потому что она как-то покрупнее голову у нее. Нам сказал сегодня гид. А бывает еще, поближе покажу, псковская. Псковская с поменьше голову у нее. Вот это я тоже покупала там же, в Изборске, после источников. Тут, кстати, уже почти меньше, чем половины воды с источника в Изборске. Можно было умыться, что и сделала. Можно было из источника попить там много всяких разных. Ну, кому интересно, фотографию ВКонтакте или на Яндекс кину. И еще я ноги замочила. Но они ничего не стерлись, высохли быстро. И вообще очень хорошо охладилось. А это у нас на козьем молоке. Брынза слабосоленая. У бабушки покупала, рядом с которой торговали рыбкой. Кстати, 100 рублей вот такой вот маленький стаканчик. Но большой стаканчик 200. Самое интересное, где вот это стоило 300 рублей. И нам не хватило тогда с девушкой, с которой я ехала, с моей соседкой по автобусу, этой рыбки. И вот там вот то, что мы покупали вот по 100 рублей, и большой стаканчик по 200, там можно было этот стаканчик, где рядом с Битень продавался, можно было купить 2 раза дешевле, в общем. Это называлось наверху, но там очень было сильно наверху. Это вода с источника уже из Печор. В пещеры мы не попали, ибо что-то там как-то сложно. Это вот у меня та гостиница, в которой есть, а это нам выдали талончик на завтрашний завтрак. Ну и что у нас тут? Ну тут моя сумка, тумбочка. Я еще даже не смотрела, потому что как-то вот только селились там мы уже, можно сказать, часа 3 назад, но потом ходили гулять по... Выбирали кафе, в 4 кафе мы заходили, включая там какой-то бистро, в результате остановились на крепостной стене или крепостная, что-то такое. В общем, на телефон, кажется, я ее засняла тоже потом, ВКонтакт, возможно, выложу. Ну, тут кровать с моим слегка барахлом, пакетами всякими. И шкаф. Тут у нас, по ходу дела, что, есть щетка. Кстати, как мне сказали девчонки, это гостиница 2 звезды вроде кажется. А та, что была в Новгороде, было 3. Но мне кажется, как-то эти 3 звезды слегка отличаются от этих 2. Тут одеяло такое вот белое, ватное походу. Может, антипоновое. Но, кстати, 3 вешалки. Зато тут у нас есть... Маленькая такая губочка. Блеск, правда, это к моей теперешней обуви, оно вообще никаким местом. И еще одна щетка, видимо, для обуви. Вот такой, в принципе, просторный шкаф. Конечно, без всяких полочек. Ну и у нас тут ванна, точнее, душ. Да, кстати, вон там свет включается, тут свет включается, внизу розетка. Забыла, наверное, сказать, то в гостинице была розетка в ванной, потом тройник такой, можно сказать, 4 розетки уже. 2 розетки у кровати, 2 розетки под креслом. Ну, и того 8. Тут пока я нашла 3 розетки.
Сюда еще-то я заходила совсем мельком, просто умыться. Тут у нас три полотенца. Тоже какая-то вывеска. Потом на компьютере прочитаю, что я тут засняла. Ну, тут, по-моему, такая вот. Ну, в принципе, и там, и там была плитка. Вполне себе так уютненько. Я вымученная жизнью. Зато в синем платье. Ну и тут стабильный такой набор. Шампунька и мыльца малюсенькая. Ну и здесь у нас душик. Вчера мне ванна не получилось принять, потому что там не было чем заткнуть эту дырочку в ванной. Ну и вот. Вот так вот. Можно повесить чего-нибудь. В общем, все это, наверное, будет таким путешествием, одним единым файлом, который я буду чутка прирезывать, пристригивать, и не знаю, может быть, не сразу, но выпущу. Смотровая площадка Пушкиногорье. Улиткой. Продолжение следует...